Доброе утро всем. Мы на парковке. Точнее, я на парковке. Потому что Коля пошел в магазин за кормом. Мы вчера простоволосились и забыли купить корм собакам. И сегодня утром они нам благополучно об этом напомнили. Поэтому мы быстренько их выгулили. И тут же поехали. А на улице такой морозяк, я вон в зимнем пуховике, в горнолыжном. Мне, конечно, тепло, но носяра мерзнет. Так что вот такое вот у нас доброе утро. Сейчас приедем, будем завтракать. Купили мы корма собачам. Сейчас будем кормить, а я сейчас буду разделывать авокадо. Ну, такой я мягкий выбирала, не знаю. Я как бы редко покупаю авокадо, и тем более его разделываю. Так, я как помню, это делается вот так. Если я не ошибаюсь. Шкурку не надо сушить? Ну вот смотри, сейчас я покажу. Вот так вот раз. Вот так вот два. И вот так вот это все оттуда вытаскивается. Интересно, прикольно. Вот так вот. Ты прям как будто всю жизнь съешь авокадо. Не знаю, какой-то это другой чуть-чуть авокадо. Импортный, типа. Я не знаю, что российский есть авокадо, что ли. Ну, вот другой он какой-то. Не знаю. Посмотрим, попробуем. Угу. Так, дальше я взяла хлебцы. Я буду с бородинскими. Намазываю на них сливочный сырочек. И потом... сюда авокадо как-то так надо его порезать, слышишь? Да его обычно как пасту намазывают. Я вот так вот сделаю, короче, авокадо сюда, там у нас яички жарятся. Рыбка. У нас гарпуша. Потому что остальная была очень дорогая. И я что-то... Будь здоров. Спасибо. Все, насморк. Следующее видео смотрите. Больной коронавирусом. Дай бог. Вот, и так вот все бутербродики. Ну вот и завтрак готов. Это моя на черном хлебе, это Колина на белых сухарях. Ай, красота. И всем приятного аппетита. У нас кофе и чаек. Я тут закрыла окна. Мы готовимся к киносеансу. У нас сегодня будет фильм «Красивый, плохой, злой». Так, по-моему, да? Блин, не так. А где подушки, Коль? Подушка одна же. А где она? Так вон же обе подушки у тебя. Ну. А что ты говоришь, подушки доставай? Одеяло надо было достать. Чтобы пахнуть. Одеяло. Ну, давайте, поправляйте. Да мы тут лежим нормально, что надо? Вот. Черный нос и я. Ну вы что, как бомжи-то, а? Встань, поправь, все нормально. Ну мы тут лежим нормально. И мне без разницы, что вы лежите. Да, все, давайте, вставайте. Вставайте, поправляйте. Нет. Коля.
Ну, собака, видишь, лежит. Посмотрю, готово. А у вас не возникает ощущение, что вы занимаете чье-то место? Ваше место сзади. Пузырь ты мой. Пузырь ты мой наглый. Ну все. Все, мы смотрим фильм. Потом посмотрим, расскажу. Помнить, Кэрол, человек, напавший на вас, он присутствует сегодня в суде. Не видно, да? У меня муж сошел с ума, к сожалению. Я знала, что он как бы слегка это звезданутый, но сейчас он сошел капитально с ума. Мы, короче, посмотрели фильмы. Фильмы, да. Мы посмотрели два. Первое мы смотрели «Красивый, злой» и что там? Короче, «Красивый, злой, опасный», что ли? Прикольный фильм, он основан на реальных событиях, такой это, на мульнике. А второй... Блин, зачем я вас поставила? А второй фильм мы посмотрели, он называется «Треугольник». Это триллер ужасы. Прическа. Ну, вообще непонятный фильм. Он, то есть, как вот непонятно... Короче, нету объяснения в конце всего происходящего, что все, что происходило, почему, как бы там показали почему, но как бы вопросов остается больше, чем ответов. Улица классная, я окно открыла. Коль, если я окно открою, ничего я не сдую там. Сейчас будем ужинать. Вот. Сегодня на улице хорошо, а мы даже особо не гуляли. Из вчерашних фруктов у нас, смотрите, что осталось. Бананы были очень спелые. Даже лопнули. Все съели сегодня за день. Я подогреваю вчерашнюю курицу. Ой, курицу. Вчерашнюю рыбку тут осталось чуть-чуть совсем. И еще сделаю салат с помидорками, зеленью, творогом и маслом. И вот вместе с рыбкой с этой мы покушаем. Сейчас сделаю и вам покажу, как выглядит салатик. Вот такой вот салат получается. Здесь зелень, помидоры и морок. Поперчила и маслом растительным полила. Теперь возьму вилочку. Вилочку возьму и это все так вот перемешаю. Все. Очень вкусный. И в принципе продукты хорошо сочетаются. По крайней мере, у нас хорошо идет салат этот. Красивый. Припорошенный такой снежком получается салатик. Опа, и тут уже плохой свет. Но самый хороший свет на кухне. И вот здесь вот чуть-чуть рыбки. Здесь хвостик один. И эта штучка, и картошечка. Сейчас как раз доедим все это. Что у вас за пятно зеленое? Что за вазелин? Доберман, улыбочку. Сидеть. Улыбочку. Дай лапу. Улыбайся на экран. Ой-ой-ой. Мы покушали и а кто-то уже в туалет хочет. Ты в туалет хочешь? Ты в туалет хочешь? А куда ты хочешь? Жорка, хватит кричать. Ты ругаешься, в туалет хочешь? Что ты там лаешь? У меня собака с ума сошла. Угу. Мужа отправила на работу. Два яблока. Сейчас полезу на ноутбук. Надо по его ИП-шке делишки порешать. Посмотреть,
что у нас там вообще по налогам, по всему. Мы, кстати, подключали режим самозанятого, переходили с упрощенной системы налогообложения на режим самозанятого. Нам не очень понравилось. Мы не будем его продолжать, останемся на упрощенке. Поэтому надо вот сейчас посмотреть, что да как у меня там. Поэтому я погружаюсь в домашние финансовые дела на часик где-то. Буду разбираться. У меня традиционный вечерний кофе. А еще у меня, по-моему, закончилась стирка. Сейчас кружечку. Кофеечку. Разберу стирочку. Кружечку кофе выпьем. Ложиться спать. Я разбираю стирку и ложусь спать.